В Вятских Полянах осудили 24-летнего молодого человека, который убил своего дядю. По данным следствия, потерпевший Сергей сам спровоцировал конфликт, но мужчина не ожидал такой реакции от юного собутыльника Романа, который драться не стал, а сходил за ножом. Здесь я спал, здесь было постелено. Какой период времени был примерно? Около 12 час где-то так примерно. Обвиняемый Роман был в гостях у дяди Сергея. В алкогольном марафоне, судя по всему, победил возраст и опыт. Выпивший Роман уже спал, а 52-летний Сергей, видимо, хотел продолжения банкета и стал будить собутыльника. Он начал меня пинать по бокам, что мне стало неприятно. Я ему сказал: отойди, пожалуйста, я сплю. Он продолжил меня пинать. С трудом верится, что в тот момент Роман был так вежлив со своим дядей. Впрочем, драки не было. После словесной перепалки обвиняемый сходил на кухню за ножом. Я ударил ему в плечо один раз. Через некоторое время он попросил меня достать нож. Я достал нож. Когда Роман понял, что дядя умер, он испугался и стал заметать следы. Я протер ее. Так, здесь на стене чуть-чуть было. Желая скрыть следы совершенного преступления, подозреваемый вымыл нож, вытер следы крови и с места происшествия скрылся. Уже не дышал. Я испугался и выбежал из квартиры. Горе племянника поймали полицейские. Роман был арестован. В итоге Вятско-Полянский районный суд приговорил Романа Нелюбина к 9 годам в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Михаил Вагин. Место происшествия.